пробуди из Кыргызстана Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Сегодня вторник, 30 января, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Попросим, чтобы Он нас благословил и направил нас в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа, мы сейчас обращаемся к Тебе, Господь, в этой молитве. Новый день начинается, и мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим, мой Господь, Тебя за дыхание жизни. Спасибо, мой Бог, за то, что мы смогли встать. Спасибо за то, что Ты, мой Господь, с нами. Спасибо Тебе. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас. Мы нуждаемся, мой Господь, в Твоем направлении. Нуждаемся, мой Господь, в Твоей силе, в Твоей помощи. Мы верим, мой Господь, что с Тобою у нас все будет хорошо, у нас все получится. Помоги, мой Бог, нам. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем в Твои святые руки. Поставь, мой Бог, Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, от зависти, от злых людей, от всего негативного. Мы по вере, Господь, провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным, будет благословенным для каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, мы молимся сейчас за нашу страну и просим, мой Бог, благослови Кыргызстан, благослови, мой Бог, нашу землю. Каждый день мы молимся, Господь, и просим, чтобы Ты благословил нашу страну, исцели, мой Бог, нашу землю. Да будет в нашей стране спасение, Твое благословение во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за другие страны. Каждый день, мой Бог, люди молятся с нами из разных точек этого мира. Мы молимся за каждого из них, за их семью. Защити, мой Бог, их, благослови их. Да будет свет там, где они находятся. Господь, мы молимся за мир в Израиле. Мы молимся за мир на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, мой Бог, эти конфликты прекратятся. Да будет, мой Бог, Твоя защита там, где Твой народ находится. Во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь. Я верю, дорогие друзья, что наша молитва была услышана Господом и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Иисуса Христа.
Аминь. Вы верите в это? Да будет так. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Пожалуйста, если вы хотите прочитать со мной, мы сегодня прочитаем Псалтырь 33. Хорошо? Мы прочитаем тогда то, что здесь написано в Слове Божьем. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Прежде всего, страдающий человек должен был возопить. И тогда он был услышан, избавлен от всех своих скорбей. Много людей готовы унижаться перед людьми, прося помощи, но не хотят смиряться перед Богом. Поэтому они страдают. Не так ли? Сколько людей так поступают? Я верю, что вы понимаете то, что я говорю. Поэтому они страдают в этом мире. Только тот, кто смиряется перед своим Творцом, будет услышан. Он услышит вопль страдающих. Какая проблема давит на вас? У вас финансовые трудности, множество долгов. Вы страдаете от болезни и не видите решения. Каждый раз, когда человек поднимает вопль, независимо от того, какая у него религия, какой пол, цвет кожи, социальное положение или национальность, Бог отвечает. Аминь. Здесь нет никакой тайны. Это просто легко. Вот два послания от Всевышнего к страдающим. Например, Псалом 49. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты меня прославишь». Иеремия 33. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Дорогие друзья, испытайте Бога, верите и увидите, как благ Господь. Если вы укрываетесь в Нем, если делаете Его своим прибежищем, вы будете счастливы. Это не фокус и не, знаете, волшебство. Это не произойдет за один день, но это единственная гарантия того, что вы увидите избавление от всех своих страданий. Воззовите, верите, и вы увидите. Аминь? Это Слово Божие для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву и другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. И ваши комментарии, если вы можете, добавьте вот эту фразу. «Буду взывать к Господу, смиряться перед Ним, и увижу в моей жизни то, что Он обещал». Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня 18:30 онлайн-служение за восстановление здоровья. Если хотите участвовать, напишите нам на этот номер телефона, на WhatsApp или на Telegram, и мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли молиться вместе с нами. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Бог с нами. Все у нас будет хорошо. С Богом.